О! Кукушка только что была. Вот холера, не успел снять. О! Слышите, ребята, мы гуляем в лесу и нашли кукушку. Вот она, кукушка сейчас кукует. Ну, дай послушать. Тише. Мы тебя в болото с вами, ребятами. Ого, крутизна. Вот такая у нас тут природа, ребята. Это мы уже дошли, практически вышли мы из Белостока. И вот сейчас мы пришли, Лесничевка, Красный Лаз, 3,8 километра. То есть мы реально так все погуляли, вы не представляете. Как мы круто сегодня погуляли. Это была сказка. Это было такое наслаждение, это был такой экстрим. Я вам сейчас приду на базу, запишу, расскажу, как у нас тут было весело. Поэтому, дорогие друзья, у нас тут каждый раз такие прогулки неповторимые. Следите за моими новыми видео. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, лайк под моим роликом. Подписывайтесь на мой канал. Будет вообще авторский контент. Будет очень много полезного и интересного. Не переключайтесь. Далее будет. Пока-пока. До забачения.